Здравствуйте, девочки, привет, мальчики, привет, доченька, привет. Я сегодня буду готовить курицу в рукаве с овощами. И сейчас мне ее надо подготовить хорошенько. Я ее обмыла. Сейчас все поубираю, еще сейчас обмою. Мне нужно ее маленько замариновать, пока я готовлю овощи. Я ее разрезаю по грудке. Вот так. Срезала. Сразу же буду печатать. Курочка у меня, кстати сказать, 800. Пойду промою. Промыла курочку, обсушиваю, чтобы жидкости поменьше было. Все вроде убрала лишнее. Теперь кладу ее сюда пока. Так, и сейчас займусь чесночком и приправами. Взяла 3 зубчика чеснока. Измельчаю его. Сейчас буду все это перемешивать. Так, что у меня здесь? Смесь перцев, черный перец, ну, приправчиками, короче, посыпайте. Чесночок еще молотый посыплю. У меня, наверное, закончилась для курицы приправа. Да, скорее всего, закончилась. Угу. Так, теперь нужна мне соль. Ее посыплю. Сходила, девочки, вчера соль купила. Глянула, нет же соли. Так, и я немного, сколько тут, примерно, наверное, ложки 3 столовых, добавила подсолнечного масла. Теперь я эту курочку потру, тщательно. Неудобную посудинку взяла. Так, все, готова у меня, я ее потерла, пусть она у меня лежит, а я овощами займусь. Пока у меня мариновалась курица, я подготовила овощи. Вот 4 луковки. Картошку, я так полагаю, здесь, однако, больше чуть-чуть килограмма очищенной. И морковь, это у меня прошлогодний урожай еще в погребе лежит. Лук я буду резать полукольцами, а вы, девочки, режьте, как вы хотите. Никого не учу, еще раз повторяю в этом видео, только лишь делюсь тем, что я сама готовлю. Не подумайте, что я тут учительствую. Не люблю это делать, и меня, когда учат, просто если подсказать что-то конструктивное, я согласна. Морковь у меня была крупная, я ее соломкой порежу. Достаточно плотная такая. Год пролежала. Ну. Я ее крупно буду резать. Мне нравится морковь этой курочки с овощами. Тут даже и побольше положила ее. И теперь картофель.
картофель, скорее всего. Тоже типа соломки что-то. Нет, брусочками прямо. Опа-на. Сейчас мы это выкинем. Обрежем. Собачка поест. Сварю ее. У меня все безотходное. Чищу кабачки, собаки варю. Очистки без всякой ерунды тоже собаки. С мяском. Она любит. Все порезала. Теперь вот солю. И опять же ваши любимые специи сюда добавляйте. Все, что вы хотите. Ничего лишнего. Сейчас что добавила? Я черный перчик и соль. Сейчас хоть как-то помешаю. Чашка маленькая. Все повыкинула старое. Чтоб глаз не останавливался на моей старой древней посуде. У некоторых это шок вызывает. Начинают обсуждение. Все вывалилось. Так, теперь я это все в мешок скидываю. Девочки, от жадности, как всегда, я картошки нарезала от души. И немного полью масла растительного, подсолнечного, вернее. Так, и теперь я туда кладу курочку. Даже не знаю, мешок у меня закроется или не закроется. Я все побольше хочу. Ой, обалдеть просто. Сейчас распределю ее. Девочки, распределила я курочку вот так по мешку. Да, ну ты нагрузила. Ты, наверное, ждешь кого-то. Нет, я хочу к маме съездить. Сегодня же день строителя. Мама болеет. Я хочу еще ее угостить. Она там одну картошинку съест. Может быть. Ну, если лишнее останется, не переживай, на работу тебе служу. Ну да. Я опять без очков. Для меня вот это попасть. Мне лучше нитками завязать. Девочки, мальчики, сложила я все это добро в мешок. И он у меня до такой степени плотный. А я вообще не хотела протыкать мешок. Я хотела, чтобы все там в собственном соку варилось. Но вот сейчас я уже разогрела духовку на 200, по-моему, 20 градусов. И буду ставить это в духовку. Это у меня где-то будет 40-50 минут там стоять. А я буду поглядывать. Вот если я увижу, что у меня там что-то происходит, я быстренько, конечно же, проткну мешочек. Чтобы не было бабах. Ну что, будем ждать? А то будет бомбическая курица. 40-50 минут. Ставлю в духовку и ждем. Смотрите, прошло 20 минут. Открываем. Опа-на! Видите, как надулся мешок? Это вот про что говорила Лариса. Там типа она в своем соку бабахнет, надо ей сказать. А может, не бабахнет. Так, прошло у меня 35 минут. Я сейчас хочу вот так вот открыть мешочек. Чтобы все газы вышли. Да я хочу курочку, чтобы она поджарилась, зажарилась. Хотя она и так у меня зажарилась-то неплохо. У меня духовка с конвектором. Картошка мягкая. Я вот протыкаю ее. Запашочек пошел. Обалденный. Я вот ложку майонеза и вот так вот горчичный порошок посыпала сюда. В майонез. Еще поболее. Хочу помазать курочку этим. Пожирнее сделать. После 30 минут. Thank you.
духовку. И еще подержу, чтобы немножко поджарилось. Все готово у меня. Выключаю духовку. Свет пока оставлю. Так, и достаю. В общей сложности, по-моему, прошло 50 минут. Все тут приготовилось. Запахи обалденные. Курочка сама ароматная, скорее всего. Сейчас немного остынет. Будем разделывать курочку и кушать. Всем приятного аппетита, дорогие девочки, мальчики. Курочку разделывали. Будем кушать. Мне чем нравится в мешке готовить. То, что посуду мыть не надо, я ж ленивая. Опять ты ленивая. Да, я все время ленивая. Все готово. Мы сели отметить наш праздник, День строителя. Вас всех тоже поздравляем с Днем строителя. Желаем вам, чего пожелать можно? Самое первое — это здоровье всем-всем. И строителям, и не строителям. Но мы каждый в душе строитель. Что-то строим, улучшаем. Рис. Что еще? Хорошего настроения. Что еще можно пожелать? Всех благ. Здоровья. Я уже пожелала здоровья. Еще раз здоровья. Ну вот, всем пока. А мы будем кушать. Пока-пока. День строителя. Наш праздник.